И ты прикинь, она такая говорит, что это неправильно. А я ей говорю, что экстрасенситет гиперболы можно рассматривать как числовую характеристику величины раствора угла между ее асимптотами. Как такое вообще можно было сказать, что это неправильно? Серьезно? Она так и сказала? Да. Ужас какой. Что случилось, Лея? У нас в общине скоро большой шаббат, где будет много гостей. И девочки хотят станцевать танец. И попросили выбрать меня музыку и движение. А я просто без понятия, что искать. Так, а интернет тебе на что? Давай я тебе помогу. Пиши «еврейские танцы», «типы». О, а их что, несколько? Конечно. Вот этот тип линейный. Ха, классно он двигается. Да, теперь смотрим тип парный. Блин, а эти такие милахи. Что посмотрим еще? Есть круговой, йеменский и сейчас посмотрим еще греческий. О, дай мне ноутбук. Я покажу сейчас мой самый любимый. Это хора. Этот танец хора, как видите, он очень энергичный и живой. Его особенно любили репатрианты 20-х и 30-х годов 20 века. Кстати, такие еврейские праздники, как свадьба, бармиц, вообще большое торжество, просто немыслимы без хора. А почему этот тип танца так называется? А вообще хора — это греческое слово, но танец хора происхождение имеет валахское, встречается в румынской и балканских народных традициях. А как оно появилось, хора? Ее придумал легендарный барух Агадати, когда переехал из Одессы в Эрец-Исраэль. Вообще, раньше хора была популярна в основном в кибуцах и сельской местности, но потом часто стала исполняться на свадьбах и других праздниках. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל